Я в растерянности. Наверное, я устал. Бля, мы сегодня вообще ничего не прошли. Что я делаю? Я не знаю, что меня больше дезморали сейчас. Что мы ничего не прошли, или то, что я не могу пройти этот мир. Да нужна была бы она мне эта механика. Нахер ее. Я бы уровень пройти. Преимущественно последний. Да, защищаю себя, ага. Сам выбрал херню. Дисторбит больше в роли не участвует. Мы подняли твою позицию. Мы подняли твою позицию. Ты хочешь меня задушить просто, да, этими играми? Да. В том же, что и Силька, и все остальные, кто заказывает всякое. Бля, пожалуйста, только не оступись, блядь. Нахуй скейт, ты чего? Спасибо, Борзай, за хвост.
Эдгар, дай. Чего? Чего, блядь? Ты нахуй там не пойдешь? Это, блядь, это нормально? Да, а как я... Эй. Да ну это бред. Блядь. Ой, сука. Чё не... Рассинхронились-то. Твою мать. Блять, топор. Да пошла ты. Чё ты играл, Варзай? Кто прикольно играл? Вот это прикольно играет. Плюнь. Ш... Я не... Иди нахер! Где сарказм? А капу поставить? Нахер идешь? Уйди, не смей. Блять. Да, конечно. Чуть одна Каири выигрывает. Это ты уже по новому списку? Там Каирь, Каири и Модул был в списке, все. Больше никого не было. Кабачок высасывает голод полностью, пока летает рядом. И это жопа. В это я играю уже примерно часа... Четыре? Пять? Да, как вчера.
И у меня лютая дизмораль, блять, от этой игры. Ну давай исчезай. Ну не от игры, а вот от этого мира, который нихера не проходится. Что интереснее? Вот это интереснее, чем Инди? Что, Индиана Джонс, в смысле? Может быть. Но я не берусь 100% говорить. Что-то игра та еще хуйня. Похлеще, чем этот Индиана Джонс. Угу. Была. В первый день. Аладдин назывался. Блять, что ты нахуй наделал? Ну я ебу, блять. Это сука чайкой сраная, блять. Ворона, кто ты там, блять? Да конечно нет. Я уже не знаю, что тут духота, что тут не духота. Для меня уже тут все духота. Чего бы вы ни выбрали. Какой комикс еще? Что? Комик-зон это Sega, мы в Dendy играем. Какой комик-зон, блять, еще? Так не катит. Да и комик-зон тоже может задушить без проблем. Почему ты здесь не допрыгнул-то в прошлый раз, я что-то не понимаю. Ну, лучше прошли. Каких ссанах 4 уровня, ну? Мы уже проходили их. Какой чё, смысл возвращаться опять? Да, блядь, ты чё, троллишь?
Не, нахер ты идешь. Нам пиздец. Эй, блять, алё! Да ну, там оставалась одна. Я бы один хер не успел бы. Бля, я почти дошел. Сука ж. Я даже босса не видел в этой локации еще. Откуда я знал? Ну вот откуда я знал, что там, блядь, вулкан? Я чё, помню, блядь, что ли его? Пиздец. Да чё видеть, я и сам дёргаюсь, уже сижу. Бесит всё. Вроде голова, понимаешь, что ничего сложного-то нет, в принципе. Но постоянно какая-то херня происходит. Угнетает меня это. Эпик фейл. Давай. Ай, свои эпик фейлы. Прекрасно. Это я так типично играю в PS1 эмулятор. Поиграю, сохранюсь, на следующий день включу, короче, и нет ничего. Будто бы я и не играл. Всегда обидно, когда прогресс теряется, но... Особенно с трудом добытый.
Что за хуйня сейчас была? Видишь, полоска сверху. 9 полосок. Это уровень моего голода. Вся не кончится. То я умер. Я же в прошлый раз вот так же сделал. Чё не так-то пошло? Бред какой-то. 100. 2000. Нихуя. Я устал, само собой. Как ты думаешь? Блять! Плевать. Да ну... Я уже почти там был. С этой хуйни. Чуди. Так, что, где? Я даже пытаться не буду, пошел нахер. Просто пошел нахер. Так, это плохо. Фу.
Давай посмотрим, что здесь хоть есть вообще. О, нет. Это коллекция, да? У меня пока диссонанс в голове. А как я должен их проходить без всего? Что-то я не вкурил чуть-чуть. Ну, первого ладно. Тут типа можно так. Ну, а дальше-то что я должен делать? Бежать просто сразу? Хуйня получится. Ну, вернее, может получиться, но... Это не точно, да, еще раз. Нет, не вариант. Не вариант, не вариант, не вариант, не вариант. Мне сейчас придется учиться обходить этих пацанов. Да, иди сюда. Айза! Айза, гля. Эй, ты что, охуел? Айза. Айза. Ай. Я пошел, все, все. О, нет. Блять, а еда... Ой, блять, только не пингвины, нахуй. Шел в жопу. Да ну... Так, ну с пингвинами ладно. Как-нибудь разберусь. Типа, если стоять вот тут, ты точно, блядь, ни вода что не попадешь. С кроликами вот это задница. Ты чё, говно? Ты знаешь, с кем дело имеешь? Я 7 миров прошел. Ты чё, пёс? Ба! Бла-бла-бла! Ба! Нет!
Марина. Я в шоке от того, через какую жопу мне тут приходится проходить. Ты куда пошел? Слышь? Слышь, челюсть, ты куда? Я вот это как должен проходить сейчас? Чё-то я нихуя не понял. Сейчас прикольно, конечно, это все, да. Разгоняемся, да. Хуак! И я не знал. Я не думал, что он достанет для меня. Ура! Опять этот уровень. Ура! Что это было за хуйня? Мама. Особенно за момент, когда он, короче, это улетел вниз сквозь текстуры. Нормальная херня, нормально. Мне вчера сказали, что по мне видно, что я русский. Это гениальное наблюдение, конечно. По какой-то причине только, ну, русские люди. Чтобы подчеркнуть свои эмоции в конце предложения, ставят скобочки. И чем больше скобочек, тем сильнее эмоция, блять. Да. Я поржал. Да ну, блять. Да? Факт. Как и тот факт, что мы по какой-то причине не произносим аббревиатуру все неправильно. Никто не говорит лол. Только в России говорят лол. Говорят LOL. Я имею в виду произносит. Да ёб твою мать. Как Нес. Всю жизнь говорю Нес. А правильно говорить Энис. Не, понимаешь, что это так именно произносится, но. Всегда говорил Нес.
Эй, бугает нас. Какой в жопу Донди, блять. Алло. Донди говно. Но всякий случай. Плохо сделанное говно. Да, блять, это вообще реально хоть, нет? Я просто, ну сейчас вот без топоров я иду такой, и что я буду, блядь, делать сейчас? Это жесть какая-то, блядь. Пройду за 4 минуты. Я последний раз пробую. Чего, блядь, игра? Нахуй ты идешь, блядь? В утиль! Сука, заебала! Ты мне на лапку наступил, сука, кролечка моя хорошая, блять, как дал бы тебе в душу, говнарь. Так я добрый. Да он вообще ебрига попутал давно уж. Заказывать свои эти игры непроходимые. Это я сейчас что сделал? Это я сейчас, блядь, на страх и риск просто прыгнул? Нихуя себе, блядь, я отбитый. А, это другое было место, окей. Тоже не херово так. Я не устал. Может выбирать здесь другой уровень? Потому что меня что-то этот ледяной мир вообще, блядь, не радует. Это невозможно перепрыгнуть. Я уже, блядь, в который раз пытаюсь прыгнуть, короче, ни разу он не перепрыгнул еще. Сейчас кое-что проверю. Это Саска.
куда нас пошлет, если... Что, в прошлый раз Биосеншиден за одним прошли уже. Ну, допустим, три я сейчас возьму. Куда меня это кинет? Да, блядь, все равно куда-то кидает все еще в этот остров. Подводный уровень, да иди твою, блядь, ты че нахуй? Пошла нахрен. Я чуть не помню, по-моему. Короче, молоток не берем. Хоть он там и лежит, красиво лежит, но его не берем. Потому что как только мы берем молоток, все в нас начинают стрелять. А нам это надо? Нет. То есть меньше проблем? Ебать. А че так лагает-то? Вроде три врага на экране, че? Потому что они фильм не найдут, как крутить. Тебя Джокера начнут крутить, блять, вовсю. Все уже не начали. Хотя, ну, я его видел уже вроде. Что-нибудь другое еще начну. Херли им. Бабло же. Так, играя. Иди-ка нахуй, играя. Да я, конечно, все понимаю, блядь, игра. Тебе, блядь, не терпится нахуй меня пиздануть прямо здесь, блядь. Ну, ты давай уж это, блядь, как-то... Я хер знаю. Нахер иди.